Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новое выживание на Android. Давно не было таких игр в этом жанре выживания, и вот вышла одна прикольная игрушка. Если что, ссылочка будет в описании. Возможно, игра не будет доступна в вашей стране, но если что, ПК будет в моем телеграм-канале, ссылочка в описании. Кстати, что по поводу оптимизации? Все нормально, на ультра идет в 60 FPS, ну где-то иногда проседает. Вот графика ультра, язык можно поменять. Тому подобное. И кстати, тут кое-что прикольное я заметил. Дерево падает. Это мелочь, но очень круто, потому что в других играх я видел, что ты просто тупо бьешь и ресурсы получаешь. А тут получаешь ресурсы и дерево падает. Посмотрите, сейчас упадет. Давай пальма падай. Бум! Упала. У меня кирка специальная, чтобы добывать ресурсы дерева, но также нам понадобится кирка, чтобы ломать эти камни. Чтобы ее сделать, нужно найти деревья, я уже взял, да, получается, камни нужно найти. Вот, обычные камни лежат. И да, кстати, эта игра не просто выживание, это фантастическое выживание, фэнтези выживание, вот так будет правильно, потому что тут как бы есть обычные животные, типа крабы, там черепахи, кролики, но есть гоблины, также есть какой-то остров, где находится какая-то магическая пушка, которая всех убивает и нельзя близко подойти, короче, нужно все исследовать. Крафт, это наш инвентарь, понятно, крафт, что мы с вами можем делать? Топор, кирка, вот нужно ее сделать. А, могу, да, сделать? Это топор каменный, а вот кирка каменная. Берем, крафтим. Деревянная дубина, огонь, можно дом строить, фундамент. Каменный нож, наклонная стена слева, ну это для дома. Перила, сундук, стойка для загара. Что тут только нету, ребята. Дубина с шипами, простой лук, кожаная броня, алхимический стол. Ё-моё, столько всего, много всего. Таланты улучшаешь, и ты крутой. Квесты, нужно их выполнять, чтобы получать монетки. Для чего? Для того, чтобы купить кое-что. А именно такие наборы. Вот стартовый пакет. А что еще? Вот снаряжение можно купить. Либо же чисто набор для постройки дома. Так, нажимаем сюда. У меня есть кирка каменная. Нажимаем надеть. А можно, кстати, вот так вот сделать. Перетащить все сюда. Так, перетаскиваем. И могу уже здесь переключаться, да? Все верно, все верно. А, нет, подождите, что-то две кирки эти для дерева. А нам нужна кирка, чтобы ломать камни. Подождите, я что-то не разобрался. Вот сюда ставим. Все, наконец-то, наконец-то. Давайте найдем камень, разломаем и что-нибудь еще с вами построим. Допустим, я не знаю. И вообще, погнали исследовать, ребята, эту карту. Кого-нибудь убьем, что-нибудь найдем, чтобы... завершить обзор более-менее нормально. А то что, начало у нас дерево обломали, камни обломали и все, все. Погнали. Графика ультра, все нормально. Я уже сказал, да, что если игра не будет доступна в вашей стране, то АПК будет в телеге. Я так, напомнить. Так, вот краб, вода такая, типа реалистичная. Здесь она не такая, а там есть более-менее нормально. Так, разламываем ящик. О, столько всего. А где? Ну все, я забрал вроде. Это улитка или что это? Или что это? Устрица, да? Да, пофигу. Так-то... Оба! Корабль! Корабль! Нифига себе! Если здесь корабль, видите, где-то должен быть этот остров с магической пушкой, которая всех убивает и нельзя близко подойти. Интересно, что это такое вообще? Что за фэнтези выживание? Я постоянно, сколько знаю, видел игры просто выживание, типа реалистично выживание, а тут фэнтези выживание. Сейчас здесь кто-нибудь будет, по-любому. Гоблин там, мутант какой-то. Так, ну я не знаю, с киркой я смогу справиться. А вот я говорю, гоблин какой-то, два гоблина. Ой-ой-ой, мочит меня. Так, мочим его тогда. Жизни мало. Нет, против двух я, ребята, не смогу. Убегаем. Я не смогу с ними справиться. Два хп осталось. Так, забираем, что там есть. Все, побежали. Так, устрица, давай, хаваем. А, нельзя. Ну, короче, переходим сюда, нажимаем употребить. Так, меня убили, ребята, меня убили. Я не успел убежать, не успел пополнить запасы жизни. Такая вот игрушка в жанре выживания, необычное выживание, фэнтези-выживание. Ссылки будут в описании, если понравится, если вы любите такой жанр, качайте, играйте, наслаждайтесь. Ну, давайте еще чуть-чуть пробегусь.
Вон, это черепаха какая-то по имени Наташка. Так, черепашка по имени Наташка. Ой, я эти места вообще впервые вижу. Ну что, давайте исследуем. Там мега-черепашки, но есть какая-то бочка. Так, заходим сюда. Здравствуйте, здравствуйте. И быстро ломаем. Ломаем быстренько. Так, я нашел там что-то. Я нашел там веревку, камень какой-то. Здесь грибы растут. Так, ну мы с вами быстренько убегаем. Ладно, это все. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.